Сегодня 15 февраля. Обещанные выпавшие осадки. За сутки у нас выпало где-то, ну, сантиметров 50 точно. Как и говорила, возле кур, возле курятника мы расчистили уже раз 5 за этот день. Расчищали, чтобы курочки могли вот так вот гулять и не сидеть целый день в мобильном курятнике. Сейчас куры уже ужинают. И вот сегодня первую ночь, наверное, мы включим обогреватель. Потому что обещают минус 10. Ну, пока вот снег не потает, мы даже из долины и выехать не сможем. Будем ждать плюсовую погоду. Вот так красиво у нас и холодильник завалило снегом. Ну и теплицу нашу открытую. Сегодня хотели переместить кур с этого места на другое. На другой участок пастбища, но, как вы видите, мы уже встали, а утром снег был почти по колено, поэтому решили не в этот раз.